have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аланушки. Привет, привет! Всем привет! Доброго времени суток. А вот эти бочечки можно разбивать. Откуда падают? Иногда из них вылазят еще и мобы, если что, меня только что ужалили. Я пошел. Мы в этот режим... Мы в этот режим уже однажды когда-то очень-очень давно играли, но в этот раз... Как мы? Ну, мы, я имею в виду, я с котом. Но в этот раз у нас набралась полная пати на 4 человека, и поэтому мы решили вернуться и... Ну как мы? Как оно? Нет, на этот раз мы. Поехали сюда, ребята. О, погодите, шоссе на Насина. А, я понял, это Айзек. Ну, я поехали туда, где звезда. Ой, блин, проклятые часы. Мастер ключ. Стойте, тут что-то... Байдинг. Я случайно тяжелый байдинг. Ну, байдинг. Погодите, надо... О! А так можно? Да, я в него стрелял. Блин, этого не было, по-моему, в прошлый раз. Проклятый магазин, можете... Не надо, проклятый. Я его заминировал! Давайте лучше не будем никого. Я не буду ничего покупать у него. Ребят, вы разбираетесь, кто из вас кто? Я лягушка. Нет, ну мы-то понятно с уникальными скинами, а вот. Я вижу себя, у меня хвост. Я не могу запрыгнуть, я не лягушка. Забери вот это все остальное. Я не могу. Я взял какие-то часы. Проклятые! Бедра! И что? Что блин, со мной? Ключи? Нет. Хрена ключей навалило. Дайте мне тоже ключи. Мой ключ. Ой, ребята, пошли к боссу. Да погоди ж, ты ж про босса ж. Да, ладно, мистер Фокс. Поможем. А где вы? Бомбочку пытайтесь под него подкладывать. А вы где? Мы босса валим. Какой полтора ТП. Полтора ТП сняли. Право сверху. Право сверху. Бам! Ананас! Морковки! Мне сердце нужно. А чё вы так поздно сказали о карте? Я не могу взять это сердце. Дайте мне морковку хотя бы. Я не могу взять. Ну нет, нет, всё, каждый взял то, что он мог. Ау. Тут же распределяется на пати. Ладно, я ухожу отсюда. Пойдемте, народ, пойдемте на следующий левел. Мне не хватает одного сердца, надо бы взять. Блин, кто-то взял ключ, который активирует хард-мод, и мы сейчас на хард-моде играем, чтобы вы поняли. Карту все видели? Да я включил. Молодец какая. Это я все включил и все взял. А пчель? Тупая пчель. Если бы мы могли, мы друг друга вначале завалили бы. Да. Был бы тут Friendly Fire, было бы вообще грустно. Был бы тут Friendly Fire? Эй! Ика, это дело твое. Тихо, нужно подложить бомбу. Вы что, не знаете, как это работает? У меня нет бомб. Так, у меня есть. О, сердечко, наконец-то. Вы в Zepatrick Isaac не играли, как будто. Играл, но только у меня бомб нет. Бомбов. Как больно. Так, кто не взял? Если кто-то... Вот, я не взял. На кнопочку! Ко мне! Чё вы все по разным комнатам разошлись? Ко мне! У меня магазин! У меня магазин! Нет, у меня магазин! У меня лучший магазин, чем твой магазин! Это у меня магазин! Фига, подходи сюда, наверное, если можешь... Два человека надо! Тут семь! Ты посмотри на эту лягушку, у него прыжки выше, он пользуется этим, поэтому он заходит куда надо, куда не надо. Слаг, иди ко мне. Да я у каких-то 15 денег, ну вы чё? У меня магазин. Так у нас тоже. Так у меня для двоих. Ладно, иду. Понял. Аргумент. Пошли. Иду. А я все равно купить ничего не могу, ну его нафиг. А там цены дорогие в твоем магазине? Ну, начиная с 30-ки. Бесплатные. Охренительно. Я возьму себе вот это. Отойдите! Бери, я морковь. Бери и убегай.
А ты все равно больше, чем это, не сможешь взять. Подбирайте. Хватай, беги. А вы дверь не сломали, чего? А, и бомбы, да. А чем? Она не ломается, я пробовал. Погодите, Mystery Star Door, Night Action. Mystery, you can open door, star doors if you have star. Нужна звезда. Понятно. А, нужна, если вы... Ром, идешь? Слушайте, там, по-моему... Ладно, пойдем. Ты даже курицу не можешь убить, и ты называешь себя воином? Мне, кстати, до сих пор не хватает полсекунды. Я гонщик! Ёлки, пришел, называется. И ушел. Так. Да все распределено. Че, не-не-не-не-не, не к боссу, не к боссу, давай сюда. Не надо идти к боссу. Спасибо. Спасибо тебе большое. Где я? Блин, что я наделал? Как ты у босса. Ты натворил ужасную вещь. Если ты умрешь, мы тебя спасать не будем. Надеюсь, хороший. О, гем. Я цветочки раскрываю. Я нашел гем. Так, а что это такое? Погоди. Я цветы раскрываю. Молодец. А вы? А мы игру ломаем. Пойдем, пошли в ту комнату. О! Я нашел босса! Это была моя морковка. Давайте я сам босса убью. Блин, а по-моему такого босса не было. Подождите. Так он легкий. Ой, где вы? Он вообще глупый. Вот это точно. Такого босса не было. Я не помню. Бананы. Левел ап. О, это все мое. Кстати, чтобы убить, надо было цветочки открыть. А, ну ладно, мне пофигу. Я подобрал банана. Так, ребята, на спидране быстро, у нас 4 минуты, заходите в портал, мы все почему? Будем делать это быстро. Почему? У нас таймер. Ну и чё? Как он это, наоборот. Он вплюсивает, да. Пошли. Я уже понял, что бочки, по которым я стреляю, из них вылетают пчелы, потому что я пчела. Кстати, да, пчелы злые из-за твоей маски. Я гонщик. Меня не выжигают гонщики. А вы где? А как? В соседней комнате. А туда нельзя пройти. Заходите в комнату, мне нужна помощь. А как? Я не могу. Ёлки! А прыжок нужен, точно. Зачем ты был здесь? Я забыл, как прыгать. Пробел, Карл. Нет! Тут все валится. С полом. Чё с полом? Ничего. Взрывай! Вместе со мной взорвали, молодцы. Луна-банана. Хотя бы одну бомбу украсть, украл. Вы не поняли? У каждого свой лут. Не надо ни у кого ничего красть. Я умер. Вообще? Вообще. По-моему, мы можем в конце левела тебя воскресить, мне кажется. У меня, кстати, тоже не особо шоколад. Если мы сами выживем. Да. Нет, проблема так, еще та выжить. Коробки. У тебя есть пчелы, из коробок нет. О, Сергей. Вон, только из ящиков обычных, видишь? Пчела, осторожно. Отстреливай пчелу. Так, пошли в комнату с ключиком. Так, давайте коробки бомбаним, ладно, фиг с ними. Редиск! Так, я знаю, что делает перец, он мне нужен. Я возьму редиску, наверное. А, типа, блин, мне не хватает. О, атак дэмэдж ап, отлично, то, что надо. Эй, парнишка! На-на-на-на-на-на-на. Special order in certain items. Wanna help me out? Да, можно? Вы там пока что развлекаетесь, бутылочка, а я бутылочка, та-та-та. Хорошо, это квесты, это то, что этому чуваку надо притащить. А, там же дальше, а, там... А, нет, вот здесь дальше уже никак нельзя пройти, окей. Блин, все равно одного сердечка не хватает. Это печаль. О, квест.
Я уже этого квестов набрался. О, босс! Пошли к боссу, чуваки. Хотя не надо к боссу. Не идите к боссу, пожалуйста. Стой, а что это за ключик? Ой, тут хот-дог. Дайте мне. Поздно. Сейф. Ребята, я иду босса в сало валить. Нет, никакого босса в сало. Погоди, я сейчас приду. Нет, у меня особая сила. Ладно. Чуваки, я босса уничтожу. Я вижу, слайм кинга уже вообще нету. Где, кстати, слайм? Peace. Так, теперь помогите мне убить этого босса. Ты же говоришь, что ты это прям... Ну сейчас. У него немножко ТП-шки осталось, и особая атака у меня закончилась. Еще он начинает меня убивать. Так что, пожалуйста, прошу вас помощь. Точно, у меня же есть бомбы. Для чего бомбы были созданы? Тащи его на бомбу, вот так. Ну, плохо было. Изи, ладно, свизи. Бери редиску. Блин, меня это жижа... Не жижа бьет, меня это фигня бьет. Прикинь, она бы нас убила. А теперь кидай сюда бомбу, пожалуйста. Вот так. О, редисочка. О, мы единственные. Блин, а чё нам не реваем тут никого? Это печаль. Я думал, что... А тут оно не так. Не бойся, мы сможем. Мы смогем. У меня пол хпшки, я вот что-то немножко не уверен. Ты разбивай вот эти вот коробки, у тебя из них пчелы падают. Только из первой. Они... Ладно. Мне кажется. Тебе что нравится. Только из первой. Ладно, пошли зачищаем. Смотри, нет, из этой тоже. Все равно все умерли. Пойдем попробуем на двоих все это... Блин, это грибы взрывные, не взрывные, я не помню. Нет, надо. Зачем ты туда заходишь? Почему? Походу я того. По-моему, да. Я думал, что возрождают при переходе на левел. Ты мёртв, как ты говоришь? О, заходи сюда, на вторую кнопку вставай. Отлично. Повезло. О, ты заходил. Морковка. О, постоянная жизнь. Ой, это прикольно. У тебя есть чем бомбануть? Есть, конечно. Ну ладно, потрачусь. Ты чё? Я думал. Ладно, забей. Это моя монетка, спасибо. Пожалуйста, поехали дальше. Я улететь. О, сапон джеб. У меня по 42 урона, по-моему штука реально поднимает урон. Хорош! Не коцайся. Вот, всё. Наконец-то. Он уничтожен. А, сам разбивай. Вот там сзади магаз. Разбей! Да нет, там магаз. Да нет, блин. Я говорю, разбей сундук. Так. Я хочу тебя. Я выбираю тебя. Так, а то что? Тут ключи. Я наводила. А у меня деньги... Не, у меня деньги на хпшку есть. Я бы кроссовки купил, но у меня нет бабла на кроссовки. Там бомба. Стой, я бомбу возьму. Так, ладно, я должен быстро найти босса, потому что у меня сейчас силы, которые уничтожат босса. Ты вниз пошел? Вверх куда? А, вверх. Вижу. 30-й левел? Каким образом? О, сокровище, идем. Пойдем. Еще одно сокровище, идем. Ничего себе сокровище. Морковок навалило. Rate of fire, отлично. Где босс? Я должен его уничтожить. Срочно. Гриб мне прямо в рожу напердел, прикинь. Блин, это печально. Так, ТП-шки полные, наконец-то. Идём быстро на босса. Давай, мистер Фрогл. Так,
него вообще попадаю или где? Его клубы очень сильно дамажит. Оу, хот-доги. Супер. Хот-доги. Ну что ж, а, вон сердечко. Оно мне нужно. Моё, ладно. Мне было одно сердечко, чтоб ты понял. А зачем ты так просел? Я тебя понял. Мы никогда не умрем, мы профессионалы. Жалко то, что мы теперь одни. Но я не знаю, мы довольно неплохо сейчас просели по жизни. Меня зажали в углу, спасибо. Пипин-пина, пипин-пина. Пьон бессмертный какой-то тварь. Кроссовок. Кроссовок меня укусил. Бомба. Хот-доги! Ну хоть доги. Что я наделал? Чувак, у меня половина сердечка, мне срочно нужно что-то. Морковку возьми. Ух. Надеюсь, чтобы меня не попросили. Мне что-то это не нравится. Сапог опасный. Сапог очень опасный. У него есть рыбин. Этот пингвин Гюнтер. Хорошо, отойди. Да, 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 да. О, 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 он призвал что-то или? Это да, он призвал что-то. Так, идем туда. Есть ключи? Пончик! Сейчас, что можно купить? На что деньги есть? Блин, сердечек типа нету. Чувак, я могу тащить его. Ты что сделал? А, ты привидение с моторчиком. Я убил тебя пчелой. Пойдем. А куда ты делся? Без понятия. Ну, значит, тебя можно же как-то воскресить в конце раунда? Ох ты ж. Не, спасибо, я это не буду делать. Нет, я не хотел! Я теперь все! Нет! Что? Что было? Мне нельзя больше возродить из-за того, что я нажал на кнопку. А зачем? Я случайно, я не знал, что она делает. Нет! Я теперь не могу быть с тобой. Ну, учитывая, что у меня осталось две жизни, да, в этот раз мы не пройдем. Просто реально за две хпшки. Блин, была же полная пати, чё все сдохли? Так, доспаун вот этот дурацкий, ну ладно. Посмотрим, что тут есть. О, огромный сундук. И чё, банан? Деньги? Деньги, кстати, сейчас были бы, кстати, можно было бы... что-нибудь прикупить. Ну, 46 не, ну, это много, но не так много, хотелось бы больше. Блин, тут вот эта фигня. Неубиваемая. Тут цветок. Блин, они меня убьют. У меня пол хп осталось, я к боссу иду. Доспаун? Нет, без доспауна. Ну чё, с пол хп на босса, самое то. Ты уверен, что это босс? Ну, урон по нему проходит. Я думаю, это не босс. Ну, а что за урон тогда проходит? Иди, йоу, йоу. Еще. Ты это называешь босс? Я не знаю, ну, вон его жизни сверху. Боссом, знаешь? Мне тупо повезло. Я не знаю. Может, это
Кстати, да, может они сидели внутри. Ну, следующий уровень я точно солью. Тут вообще без вариантов. Тут хоть и вылетают пчелы, но я пособираю, наверное. Возможно, если я накоплю сейчас... Не-не-не. А если я сейчас накоплю 60 монет, то я смогу купить что-то крутое в магазе. Опять же, если доживу до него. Ключ. О, хпшка. Вот, не зря разбивал. Тапочка. Так. Это была самая короткая серия со мной. Видимо, да. Так, прикинь, котя... Во-первых, слаг его то ли выбило, то ли что-то такое. А во-вторых, котяр умудрился сдохнуть. Это была короткая серия для нас троих. Это спаун, серьезно. Цветочки вообще бессмертны. Стреляешь по нему, стреляешь. Так, есть денежка. 60, отлично. За 60 можно и в магазинчик сходить. Я пошел отсюда. Не получится пойти отсюда. Он от меня прячется. Хпшечка. Ну-ка, давай, может быть, сюда. Гюнтеры. О, он лопнул. Хорошо. Я верю в тебя, ты можешь умереть как герой. Бешеная курица. Да, оно бегает, мне страшно к нему подходить близко. Фух, пчела? Мне вот интересно, откуда твои пули летят? Не спрашивай. Есть вещи, которые тебе лучше не знать. Зачем? Я не хотел сюда прям сразу. Сапог опасный. О, курица улетела. А говорят, курицы не летают. Сапоги опасные очень. Цветок улетел. Ой, жизнь. Жизнь хочу. Тебе жизнь понадобится. Фух. Глаза. В глаза смотри. Нет, надо забраться на поверхность и стрелять по ним. Спасибо. Я лучше так. Бей! Уберись до босса. Я заберу. Маска пчелы, она вроде и вредит, а вроде и прикольно. Давайте-ка сюда зайдем. А что такие цены конские, блин? Я собирался 60 накопить, оно 100 стоит. Подождите. А что за череп? Что за череп? Я не знаю. Дотронься до него. Вдруг это баф. Выглядит как баф. Да, это баф. Кристальный череп. Странно. Он ничего не делает? Разнесло и курицу, и все подряд. Ой, за тобой череп. За тобой череп идет, смотри. Ну, он у меня был. Нет, он у меня был. Денежки за морковку. Морковка это у нас что, спидап? Я не знаю. Но не трать. Ой, еще что-то. Степлер. Пронзающие выстрелы. Ну, постреляли. Пешечка. У тебя бронзающие выстрелы. Бронзающие. Это тупичок. Еще череп. Собери все. Минус, Гюнтер. Что так много врагов? Ты уверен, что не умрешь? Абсолютно уверен, что умру. Сквозь
пронзающие выстрелы, как бы, это намекало. Кто еще не? Ну, то есть вы... я, да? Мы. Я каким-то чудом до сих пор живу, я вообще не знаю, как это получилось. Я умер очень странной смертью. Ты хочешь сказать, очень быстро. Я упал. Вроде. Жаль этого добряка. Он умер очень жестоко. Это что, ты решил Пушкина вспомнить? Да. О, кстати, у меня 3 бомбы. Как ты будешь их уничтожать, а? Александр Сергеевич Путин. Ой. Оговорочка по Фрейду. Александр Сергеевич Пушкин, да, да. Ну, честно говоря, мы немножко тут ждем, да, ну ладно. Кого? Никого, а чего? Лебединое озеро ждем по телеку. Кто в курсе? Отметили их всех! Бешеная курица! А почему она бессмертная такое? Нет, это ты просто мало стреляешь. Я косой? Да, такой тоже может быть. Это же я. Ой, это что? Тапочек! Ай! Тапочек меня попал. Слушай, надо птицу, надо птицу сначала. Это дверь. Да ясен пень, что это дверь. Так вот зачем тебе надо было два черепа. Вот зачем тебе 2 черепа. Попробуй. Дотронься до двери. Ща, погоди. Ну, да я дотронусь. Этого раньше вообще не было, это что-то новое. А я не могу. Возможно, я не все черепа собрал, или, возможно, тут надо 2. Может, нам надо 3, из босса еще выходит, давай иди. Ладно, пойдем. Пора двигаться. Пора двигаться. Ага, да спаун, здравствуйте. Фишка такая же, как в Азике, что если идешь в бок, то и слезы, в смысле слезы, выстрелы тоже летят чуть-чуть в бок. Ты говорил про Айзека и. Неплохо. С этим быстро справились. Там Гюнтер спит. Беги. Мне жалко Гюнтера. И что я с ним должен сделать? Он поверху прыгает вообще-то. Что? Так вот почему ты его не бил. Он просто... Он слетел. Пингвин слетел. Вау. Да, там последний череп, видишь? Кристальный. Упс. Я еще и себя задел. Я молодец. Смотри, не умри. Могу. Запросто. Откуда там пчела? О, сердечечко. Теперь бери этот череп, все. Возможно, они нужны для того, да, чтобы обязательно, да, пройти. Все, ты можешь пройти в ту дверь, иди назад, там даже другое название было. Мама Шрум. Это последний череп. Я не хочу туда идти, я сейчас просто... О, да, 3 штуки. О, вот тут меня и убьют. Мама Шрум. Так что в этой комнате особенного? Там же ничего нету. Нет, оно летает, надо залететь. Оно летает, надо залететь. Да спаун, конечно же. Да поэтому выиграю уже. Да, вот прямо сейчас все соберу и выиграю. Зейф. Не трать бомбу, надо было мелочь. Жизни? Это не мелочь. О, ты, кстати, можешь в магазине тот коктейль купить, у тебя слова нет. Да, могу. Но не хочу. Да, наверное, даже хочу. Уйди от меня, курица. Прикинь, 2 раза меня цапнула тварь. Просто за 100 должно быть что-то обалденное. Наверное.
Вчера тебя Настя забролила. Нате вам всем. Монетки. Да какой-то спаун, ты о чем, дружище? Давай бей. Серьезно, последнюю бомбу? Нет! Тварь! F, тупой респект. Просто. Я еще хп-шку себе покосал. Я пошел в магазин, посмотрю, что там дают. Сейф. В сейфе может быть что-то интересное. А бомба двадцатник стоила, прикинь. Так, а магаз у нас вот. Знаешь что? Так что, можно что? Лишняя ебушка. О, хоть хп-шки немножечко отыграл. Ох! Это было близко. Хи-хи-хи-хи, ага. Так, дружище. Ну-ка. Дабл шот, дабл фаер пауэр. Ну-ка, стрельни. А, ну-ка, что ты хочешь? ладно. Нифига себе. О, я превратился в этот, в аркадный автомат. Помните, раньше на самолетиках можно было летать? Пиу-пиу-пиу. Ну что, я пойду солюсь тогда на боссе, все нормально, все устраивает. Да, да. Блин, даблшот. Двойные шорты, ага. Даблшот. Курица, не птица. Он не умеет летать. Зато сапоги два раза быстрее летают. Просто заспамил его на этом на спауне. А тут и попал же! И попал же, тварь! Попал же! А теперь иди на босс. Угу. Да еще и пчелы тебя будут убивать. Да нет, пчелы сейчас буду очень быстро разбирать. У меня пронзающие выстрелы и... Ты где? Я тут. Я потерял. Пронзающие выстрелы и это... А теперь иди на босса. Бомбу хоть одну дайте, блин, будьте людьми. Ты любишь ключи? Да попади в него, чувак. Не могу. Да зачем вообще бомбу тогда потратил? Хотел получить что-то человечное. Ты посмотри, сколько у него жизни. Он рассчитан на четверых, а мне одному с ним справляться. Да ты у него расчетаешь, смотри. Кто же в этом виноват? У него атаки эволюционируют. Что? Курицы! Это падающие курицы. Белуи. А что за че? А, это осьминожки. Еди. Да вы офигели! Сохни там уже подкаты. Пусть вас я пожалею. Нет, я вас не пожалею, я вас буду дальше продолжать мучить прохождением этого уровня. Нет. Вот, нет! Видите, люди уже плачут. Да давай, попади уже, ты не умеешь стрелять. Я знаю, что я не умею стрелять, это еще и запах сознал. Только блоком переходит. Нет! Вот поймал, вот. А, он теперь еще и стреляет по мне. А, это нет. Я понял, сейчас. Надо синеньких. Блин, у меня одна хп осталась. Курица! Давай. Не птица! Ты сможешь! То есть не сможешь! Давай, бери! Бомба! Бери бомбу! Это твой шанс! Ха-ха! Как она меня убила, интересно. Can only watch him to find heart. Нужно сердечко найти. Сердечко на уровне не осталось. Короче, ребят, да. Когда вас всех поубивали, теперь я вспомнил эту механику, что нужно было найти сердечко, тогда можно было себя оживить. Но вот как-то... Нет. Ладно.
давайте в город. Ну что ж, думаю, пока что тогда на этом будем заканчивать. Было бы неплохо, чтобы в следующий раз мы все вчетвером сюда дошли, а? А? Вот, но пока что и так было неплохо. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Yes.